Thank you.
Так, Маша показывает то, что она уже посадила. Вот и полила сразу же. Тут у нас кабачки с семенами посажены, но еще пока не сходят. Но некоторые лунки, по идее, уже всходят. Это уже очень радует. Я нынче много посадила, поэтому что взойдет, что не взойдет, посмотрим. Надеюсь, все взойдет. Тут у нас был укроп посажен, но уже тоже начинает по чуть-чуть всходить. Просто Маша быстро все показывает. Это капусточка наша. Ну, тоже хорошо. Некоторые крепло. В конце там кабачки посажены. Эта грядка тоже с капустой. Где-то хорошо укрепло, где-то слабенько еще. Ну, ничего, сейчас тепло будет. Будет расти, надеюсь, хорошо. Здесь кабачки тоже с семенами садили. Часть сходит, часть не всходит. Потом еще что-нибудь туда другое досадим. Здесь у нас кабачки рассады уже, видите, листочки есть. Эта грядка у нас с укропом была. Тоже хорошо. Понемножечку начинает свекла, укроп. Тут у нас редька, репа. Укроп, петрушка тоже, вот зелень. Всякая такая мелочевка, короче. Понемножку все уже начинает сходить, а это очень радует.